Главный трофей континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина – привезли в спортивно-тренировочный комплекс «МГАВКа». Кубок Гагарина приехал в МГАВ не случайно, потому что он название одно – Кубок Гагарина. А Гагарин в 49-м году, в 1949-м, поступил в училище в Люберцы. А так как Кубок Гагарина – хоккейный высший кубок, то МГАВК, Московская государственная академия физической культуры, подготовила очень много специалистов в области физической культуры, и особенно на кафедре футбола и хоккея хоккеистов. Трофей выставили на всеобщее обозрение в спортивно-тренировочном комплексе, где студенты Академии смогли сделать памятные фотографии. Торжественное событие приурочено к юбилейной дате – 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, а также к выходу в финал Московской студенческой хоккейной лиги команды МГАВКа. В мероприятии принял участие олимпийский чемпион 2018 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина, капитан команды хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска Егор Яковлев. Спорт и образование всегда должны идти параллельно и соприкасаться очень близко между собой. Поэтому всех хотел бы поздравить с праздником. Егор Яковлев привез в нашу академию кубок. Это придало больше положительных эмоций, бодрости, заряда энергии, чтобы пройти вот эту последнюю стадию в финале и наконец-то поднять свой кубок. Конечно, пообщаться с ним – это большая удача и даже честь, я бы сказал, с двукратным чемпионом, обладателем кубка.